не встретился там на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Мам! Почему это вы двое не спите? Катя думает, что в нашей комнате монстр. Но это правда! Я видела тролля, скрюченного в углу! Тролля, говоришь? Большого и страшного! А это никак не связано с тем, что вы сегодня ходили колядовать, правда? Но ведь Хэллоуин же! И правда. А давайте придумаем сказку вместе. Да, про ведьму! Которая живет в большом и страшном доме. И как мы ее назовем? Придумала! Ведьмин дом! Это произошло в ночь Хэллоуина, как сегодня. В большом темном доме в конце одной страшной улицы. Но не слишком страшной, хорошо? Хорошо. И в этом доме жила старая женщина, которую все звали ведьмой. Но никто никогда ее не видел. Спорим, ты не сможешь пойти и постучать в ту дверь? Спорим, что ты не осмелишься? Спорим. Я не боюсь. Слишком сильно. А-а-а! Дракон! Беру слова назад. Я слишком боюсь. Иди ты. Ладно, там нет ничего страшного. Призрак! Похоже, там есть чего бояться. Неужели никто не отважится постучать в эту страшную темную дверь? Мы осмелимся, мама! Да, мы ничего не боимся! Мяу-мяу, котики, вперед! Лучше не ходи туда! Там очень-очень страшно! Правда, очень! Ковбой не боится никогда и ничего! Мумия! Ковбой ладит с коровами, змеями и даже торнадо! Но мумии — это уже перебор! Ну а я не позволю своему воображению напугать меня! Смотрите! Ой, забыла включить свет на крылечке. Только посмотрите, какая красивая русалочка. И голодная, как я полагаю. Спасибо, тетя. Это твои друзья, пусть подойдут. Ребята, она очень милая. Да! А как же чудовища, которых мы видели? Вроде дракона в пруду. Ты про него? Это всего лишь игрушка. А как же привидение на лужайке? О, это всего лишь пугало. А мумия? Та, что в окне. А, кактус. Я не сомневался. Видите, немного света поможет разглядеть истинную суть вещей, а не то, что вы себе навоображали. Но я правда думаю, что в нашей комнате монстр. Вон он, в шкафу. Видишь, это всего лишь ваши костюмы. Вам нечего бояться. Прямо как в нашей сказке. А теперь, мои милые котятки, забирайтесь в кроватки. М-м-м-м. Сладких снов. Мам, мы не боимся, но... Ты могла бы включить свет? Спасибо! Смотри! Я мышь! Очень круто, да? О, это значит, ты можешь летать? Да! Класс! Тогда прыгай и лети сюда! Я не хочу лететь прямо сейчас! Ха,
Тогда ты не мышь. Может быть, просто цыпленок. Ну нет. Да-да, ко-ко-ко. Ты знаешь, Котя, мыши могут не только летать, но и лазить. Так что слезай сюда, и мы придумаем историю. Хорошо. Про вампира? Да, который был очень крутым. И мы назовем историю «Крутой вампир». Давным-давно жил классный вампир с классными солнечными очками и классной рок-группой. Я крутой, я такой крутой. Пою крутые песни в группе лихой. Очки всем на зависть, группа просто класс. Не найдете в мире группы круче нас. Вы знаете, мы можем звучать даже круче с парочкой крутых гитаристов. Эй, ими можем быть мы! Мы крутые! Мы крутые! Мы! Мяу-мяу, котики, вперед! Так что вы скажете? Может, мы? Можно? Можно? Конечно, если вы докажете, что вы крутые. Как это? Вы просто должны выполнять крутые задания, которые я вам скажу. Круто! Так начнем же скорее! Вы просто должны подойти к моему соседу и сказать... Хорошо. Бугати-бугати-бугати-ба! Как ты, Вася? Как дела? Как мои дела? Отлично, спасибо! Отлично! Пока! Фух, мы сделали! Мы в группе? Нет, мы только начали. Если вы действительно крутые, вы засунете свои лапы сюда. Я приказываю. Не беспокойся, Котя. Земляные черви не кусаются. Они безвредные. Ничего личного, черви. Но это довольно мерзко. Готово. Теперь мы в группе? Уже почти что. Тогда говори, что делать дальше. Мы сделаем все, что ты захочешь. Что захочу? Тогда перелезьте через забор и принесите яблоко с дерева фермера. Я приказываю. Стой! Это же воровство! Ты прав, Котя! Что? Я думал, что вы крутые. Это так! Но мы не будем этого делать! Серьезно? Тогда последнее испытание, чтобы доказать, что вы крутые. Я приказываю залить муравейник водой и попрыгать на нем. Но муравейник... Это их дом! Мне бы не хотелось, чтобы кто-то разрушил наш дом! Чего вы боитесь? Я думал, вы крутые кошки! Но, может быть, вы просто испуганные цыплятки? Мы не боимся! Это неправильно, обижать маленьких! Да, это совсем не круто! Эй, куда вы? Я думал, вы хотите быть в крутой группе! Это ты о чем? О чем это я? Но вы прошли испытание. Круто делать смешные или нелепые вещи, но совсем не круто воровать и обижать кого-либо. Добро пожаловать в крутую группу! Мы крутые! Мы очень крутые! Поем крутые песни, я и ты! Очки всем на зависть! Мы группа просто класс! Не найдете группы круче нас! Хорошая история, пап! Детки! Мы тут, мам! Мама идет! Изобрази обезьяну в костюме мыши и станцуй нелепый танец! Мы приказываем тебе! Ты в порядке? Круто! Чем теперь займемся, котята? Я голосую за поспать! Поспать? Но я хочу послушать сказку! И я! Что ж, два голоса за сказку и один за поспать. Значит, будет сказка. А о чем она будет? О великане! С тремя глазами! Нет, с тремя головами! Которые все время ругались! Согласен, и я знаю, как мы ее назовем. Трое, которые в ссоре. Однажды жил великан с тремя головами по имени Саша, Паша и Аркаша. И они никак не могли ни о чем договориться. Давайте кататься на трицикле. А я не хочу!
Я хочу подстричь ногти на ногах. Но мы не хотим. Ладно, тогда сделаем торт из спагетти. Нет, я хочу ловить клубочки пыли языком. А мы не хотим. Хорошо, давайте посмотрим новости по ТВ. А я не хочу. Я хочу слушать новости по радио. А мы не хотим. И так как они не смогли договориться, как им слушать новости, великан так и не узнал, что из космоса к нему приближается проблема. Гигантская проблема. Метеорит, сделанный из... капусты! Нет, мороженого! Вы оба правы. Из капустного мороженого. И он направляется прямо к его дому. А он узнает про это, пока еще не поздно. Нет, если ему никто не сообщит. Мы ему расскажем. Да, и надо поторопиться. Мяу-мяу, котики, вперед! Саша! Паша! Аркаша! А вы кто Нет такие? Нет времени объяснять. Смотрите! Метеорит летит прямо на ваш дом. Бегите! Кошмар! Вы должны успокоиться и решить, что делать! Что мы можем сделать? Вы можете подвинуть дом! Да! Надо подвинуть! Я полностью согласен! Нужно двигать! Ого! Мы все согласны! Дайте 5! Вы все согласны! Отлично! Подвинем на восток! К лесу вонючки! Что? Нет! На запад, к москитному озеру! Тогда мы останемся здесь. Я тоже. Послушай. Или послушайте. Послушай. Нет. Где? Нет времени ругаться. Смотрите. Мороженое. Ням. По-моему, это капуста. Нет, это метеорит. Слушайте. Один голос за озеро и два голоса за лес Вонючку. Похоже, лес Вонючка победил. Нечестно. Я не согласен. Кто-нибудь хочет поменять решение? Ближайшие пару секунд! О, мы можем ходить на озеро каждое лето! Да, Саша! Как раз к сезону москитов! Поторопитесь! Что ж, ладно! Раз мы проголосовали... Капуста! О, как пахнет! Думаю, надо съесть мороженое. Согласен. Поддерживаю. И каждое лето великан двигал свой дом к москитному озеру, когда начинался сезон москитов. Это была отличная сказка, деда! А теперь я голосую за поспать. И я! Спать? А я хочу играть в крестики-нолики. Прости, деда! Два голоса за поспать и один за крестики-нолики. Сон победил! Что ж, ладно. А что на ужин? Попробуем что-то новенькое. Шпинатный сюрприз! Гадость! Вы ни разу не пробовали. Откуда знаете, что это невкусно? Просто знаем! В любом случае, он еще пока не готов. Так что, может, придумаем сказку, пока ждем. Да, про пушистого зверя! Который отказывался пробовать новое. Ха-ха! Очень смешно! И назовем историю «Зверская привычка». Однажды в городе привычек жил мохнатый зверь. Желтую крапинку! С большими ушами! И хвостом! Нет, тремя хвостами! И каждый день он делал одно и то же. Потому что я знаю, что я люблю. А я не люблю новое. Он ел зеленых червяков на завтрак, зеленых червяков на обед и зеленых червяков на ужин. А как же перекусы? Зеленые червяки.
И каждый день после завтрака он надевал желтую шапку и брал Фази, своего домашнего питомца, на прогулку вокруг дома. Хочешь на площадку? Прости, Фази, мы туда не ходим. К тому же туда надо повернуть налево. А я люблю правые развороты. Одним снежным днем пришло время зверю отвезти Фази на прогулку. Фази, где ты? О, нет, Фази сбежал. Надо его найти. Но я никогда не хожу в лес. Мы можем быть лесными рейнджерами. Да, мы поможем мохнатому зверю найти Фази. Мяу-мяу, котики, вперед! Мы поможем тебе найти Фази. Надо просто идти по следу. Что ж, ладно. Фази! 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 Эй, а это что? Бревно. А это? Лягушка. Она милашка. Тебе не помешает гулять почаще. Фази! 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 Моя шапка. Куда она пропала? Я никогда не выхожу из дома без своей желтой шапки. Не волнуйся, у нас есть запасная. Но она красная. Примерь. Обязательно. Но она мне не понравится. Она теплая. К тому же мне идет. Следы Фази. Пойдем. Фази. Фази. Фази, где же ты? Пора обедать. Я голоден. У вас есть червяки? Нет. Но смотри. Огуречное дерево. Попробуй. Просто объеденье. Мне они не понравятся. Если ты не пробовал, то как можешь быть уверен? Я просто знаю. Где-то я уже это слышал. Съешь хотя бы кусочек. Очень вкусно. Скользкие. Слышите? Это Фази. Вперед! Должно быть, он рядом. Он пришел домой. Смотрите, моя шапка. О, Фази, ты в порядке? Я так переживал. Да, это моя новая красная шапка. Нравится? А еще я попробовал огурцы. Очень вкусные. Конечно, давай съедим их на ужин. Предлагаешь идти на площадку? Что ж, я немного нервничаю, но... Ладно, пойдем. Эй, Фази, меня подожди. Эй, а шпинатный сюрприз на удивление вкусный. Можно мне добавки? Ого, вот так сюрприз. Вот бы у меня получались такие же звезды, как у тебя, Котя. А я бы хотел такую же красивую шляпу, как у тебя. Котята, а почему бы нам не прерваться и не придумать сказку? Ладно, и пусть она будет про волшебника. И цветок. Конечно, отличная идея. А как мы ее назовем? Знаю, волшебный цветок. Жил-был один очень могущественный волшебник, который загадал горожанам сложную задачку. Кто найдет ответ, того лучше нет. Это я. Я лучше всех. Нет, это я. Эта задача очень непростая. Сперва надо добраться до пещеры Эхо. Эхо, эхо. И в недрах этой пещеры надо найти... Огурчик! Огурчик? Нет. Сундук сокровищ. А в этом сундуке дерево до самых облаков. Дерево? В сундуке? Он ведь волшебник. А на верхушке дерева растет цветок. Кто добудет этот волшебный цветок, сможет сделать что угодно. Правда? Правда. Тогда цветок я достану и самым сильным стану. И я. И я. Но помните... удачи.
Спустя много часов они добрались до пещеры Эхо. Эхо! Эхо! Но вход в пещеру перегородил огромный камень. Не волнуйтесь, сейчас исправим. Не получается! Камень слишком большой. Посторонись! Получилось! Я раздобуду этот цветок сам! Ого, как темно! Я ничего не вижу! Вижу! Как нам найти этот сундук? Мы не видим в темноте! А котики видят! А значит, мы раздобудем цветок! А кто цветок достанет, тот сильным станет! Мяу-мяу, котики, вперед! Посторонитесь! Волшебный цветок будет нашим! А вот и сундук! Волшебная сила всех победила! Он заперт! Не видать нам волшебного цветка! Я могу открыть сундук хвостом! Ого! Получилось! Осталось забраться на дерево и забрать цветок себе! Сначала обгони меня! То есть нас! И что нам теперь делать? Мне не обязательно забираться, я могу долететь и сорвать цветок! Ха-ха! Как же так? Это же я отодвинул камень! А мы нашли сундук! А я его открыл! Нечестно! Эй, смотрите! А вот и они, волшебник! Итак, каждый из вас проявил свой талант, чтобы раздобыть цветок. Но как ты узнал? Мне птичка нашептала. Значит, мы все получим силу делать что угодно. Даже лучше. Она у вас уже есть. Что, правда? Кто двигал камни и открывал замки? В небо летел и в темень смотрел. Вы все способны на все, когда работаете вместе. Однако, вам совсем не помешает вот это. Мне нравится твоя шляпа, Котя. А мне твои звезды, Катя. Котя, Катя, почему вы не играете с друзьями? Солнце уже село. Слишком темно, чтобы играть в прятки. Да, из пряток получилась игра «Толкни другого». Доиграем завтра. А во что будем играть сейчас? А давайте придумаем сказку. Про летучую мышь, которая не любит темноту. И назовем ее Берни Летучая Мышь. Жил-поживал Берни Летучая Мышь. Все его друзья были ночными, но не Берни. Что значит ночные? Не спят ночью. Эй, Берни, пойду поохочусь на мух. Ты со мной? Нет, это не мое. Ладно, а как насчет мышь-кроватики? Нет, спасибо. Хорошо, тогда пойдем со мной на групповые полеты. Нет. Ну а чем ты хочешь заняться? Мышка Берни любил собирать воду из луж и засаливать огурцы. Но больше всего он любил танцевать ча-ча-ча. Все говорят, что мыши любят ночь. При свете дня я танцевать не прочь. И солнце светит на меня, и весело танцую я ча-ча-ча. Он странный и вечно один. Не верится, что он один из нас. Бедный Берни, он так одинок и боится темноты, как я. По крайней мере, иногда. Нужно помочь Берни побороть страх, чтобы он мог гулять ночью и завести много мышек-друзей. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя примчались на всех парах, чтобы помочь Берни. Вот тебе ночник. С ним тебе не будет страшно. Спасибо, конечно, но я... А теперь возьми нас за руки. Я клянусь, что ночи не боюсь. Я клянусь,
что ночи не боюсь. Представь, что луна твой друг. А теперь глубоко вдохни. Чувствуешь, как легко и спокойно? Эй, смотри, луна скрылась за облаком. В лесу ночью довольно страшно. Пойдемте-ка отсюда. Не бойся. А чего мне бояться? Мне не страшно. Не страшно? Нет, просто я предпочитаю день. А теперь я хочу поспать, чтобы завтра собрать воду из лужи. Сейчас самый пик сезона. Идите туда, и скоро будете дома. Берни все еще один. А, он никогда не подружится с другими мышками. Доброе утро. Шш, ложись спать, ладно? Я думала, совы ночные. Что это значит? Не спят ночью. Что ж, Оля не ночная. Она у нас странная. Она не участвует в конкурсах на лучшее оперение и поворот головы. Они скучные. Она собирает воду из луж. Это весело. И солит огурцы. Гадость. Они вкусные. И танцуешь ча-ча-ча. Как вы догадались? Ты должна кое с кем познакомиться. Берни, это Оля. Приятно познакомиться. Незачем мышкам дружить только с мышками, а совам с совами. У вас двоих так много общего. Так Берни и сова Оля стали лучшими друзьями. Прекрасно, что ты птица, а я мышь. Но мы друзья с тобой, малыш. Вместе мы играем, ха-ха-ха. И вместе мы танцуем, ча-ча-ча. Теперь вы понимаете, что не надо меняться, чтобы нравиться. Да, потому что всегда есть те, кто разделяет твои увлечения. Все, что надо сделать, это просто найти их. Вот сказочку сыграли мы про дружбу мыши и совы. Детки, я сказал вам убраться час назад. Да, но мы еще играем. Ау! Уберите все немедленно! Сейчас же! Он очень злится. Все это из-за тебя. Что? Это твой бардак. Но это твоя игрушка. Эй! Что происходит? Ничего! Тише, котятки. Где новогоднее настроение? Больше нет. Что ж, у меня есть новогодняя история, которая его может вернуть. Я сомневаюсь. Я тоже. И все же, как она называется? Сердитые эльфы. Накануне Рождества Эльфред показал Деду Морозу свое новое творение. Опши! Милейшая собачка. Ха-ха, это еще не все. Опши! Детям понравится позвать изготовителей игрушек! Опши! Эй, вы можете быть помощниками Деда Мороза. Может быть, тогда хорошее настроение вернется. Я сомневаюсь. Мяу-мяу, котики, вперед! Итак, помощники, время игрушек! Коти и Катя, сортируйте детали! Эльвира, ты собирай, а я буду красить! Да! Помните, счастливый помощник делает счастливую игрушку. Нам все равно. Держи. Спасибо. Летающая собака сейчас будет готова. Что-то не так с этой игрушкой. Может, Котя и Катя взяли не те детали по ошибке. Может, Эльвира просто криворукая, чтобы собрать их вместе. Я-то? Так вот, как ты считаешь? Смотри! Видишь, я же говорила! Ау! Смотри, это все из-за тебя! Все нормально, Эльвира, это случай! Эй! Ты забрызгал нас краской! Вы виноваты, котятки! Я ударила палец молотком! Как я должен красить игрушки, когда у нас нет краски? Возьми ее с бороды! А может, я возьму ее с вас? Ой! Дед Мороз идет! Апши! Эльфред, что здесь происходит? Ну,
тут как бы... Как это случилось? Она испортила мне бороду! Они дали мне не те детали! Но мы... У нас плохое настроение! О, мы не можем этого допустить! Плохое настроение может распространиться как... Апшее! Как простуда! Но я знаю, что делать, чтобы вернуть вам хорошее настроение! Если я в печали или просто зол, я всегда дурачусь, и вот способ я нашел. Танцуйте смешно, кричите ерунду, ву-хи-хи-ха-ха-ха-ха, и очень скоро свой настрой хороший я верну. Если я в печали или просто зол, я всегда дурачусь, вот способ я нашел. Танцуйте смешно! Давайте, попробуйте! Кричите ерунду! Ву-ху-ху-ха-ха-ха! И очень скоро свой настрой хороший я верну! И действительно, хорошее настроение вернулось очень скоро. Они с радостью работали вместе, делали подарки для девочек и мальчиков до тех пор, пока Дед Мороз не был готов отправиться в путь. Ха-ха-ха! Счастливого Апши! И очень скоро свой настрой хороший я верну! Спасибо, что вернула хорошее настроение, мама! Котя, что случится, если я нажму вот эту кнопку? Я превращусь в робота-уборщика комнаты! Я тоже! И я! И я! Так и распространяется дух Нового года! Папа, наконец-то! А где же пицца? Пап, ты обещал! Простите, дети, закрутился и совсем забыл. Не бойтесь, я закажу доставку. Готово. А пока мы ждем, давайте я расскажу историю. Про Дракодува, который мечтал полететь в космос. Да, и назовем эту историю «Дракодув и Луна». Жил-был Дракодув, который готовился получить разрешение для полетов на Луну. Привет! Выйдешь поиграть завтра? Ой, совсем забыл! У тебя же завтра очень важный экзамен! Не бойся! У тебя все получится! А когда получишь разрешение, возьмешь меня с собой на Луну! Ох, вот бы был такой магазин, где я смог бы купить для Дракодува подарок на удачу! Эй, а давай откроем такой магазин? Да! Где слонокот сможет выбрать прекрасный подарок! Мяу-мяу, котики, вперед! Добро пожаловать в прекрасные подарки! В чудесный магазинчик ты придешь, для друга ты подарочек найдешь. Я ищу подарок на удачу для моего друга, которому предстоит сложный экзамен. Вот, посмотри наш каталог. Может быть, шоколад? В космосе от него кружится голова. Шар со снегом? Думаю, он предпочитает голубое небо. А, точно. А я говорил, что он наполовину шар. Тогда я точно знаю, что ему подойдет. Надувная ракета. Это прекрасно. И пусть будет очень большая ракета для очень особенного друга. Достаточно большая. Настолько, что нужно целых 3 веревки. А кто же мне поможет? Не бойся, мы поможем. Обещаем. Можешь на нас рассчитывать. Итак, как нам добраться до его дома? Что ж, сперва нам надо подняться на этот холм через простачудово, а потом спуститься к его дому. Ого, а тут и правда просто чудесно. Смотри, магазин сладостей. Подержи-ка. Мы скоро вернемся. Сладких шариков. Взвесьте бочонок. И кислых червяков. Моих любимых. Тоже бочонок, пожалуйста. Ой-ой-ой! О, нет! Побежали к Дракодуву! Он единственный, кто может спасти слона-кота! Но бежать слишком долго! Тогда покатились!
Я люблю сладкие шарики. Котя, мы должны спасти слона-кота. Смотри. Это все наша вина. Мы не держали за веревки, как обещали. Да, обещаем, что отныне будем держать обещание. Слонокот, мы спасем тебя! Только держись! Какое прекрасное спасение! А вы кто? Учитель в летной школе Дракодува. Похоже, ты сдал экзамен на день раньше. И справился на отлично! Поздравляю! А знаете, что это значит? Вот видишь, пап! Вот почему важно держать обещание. Котята, у вас в комнате беспорядок. Вы же обещали убрать. Да, но папа начал рассказывать нам такую интересную историю. Кстати говоря, дорогая, ты постирала мою рубашку на завтра? Прости, я собиралась, но позвонила подруга и... Пицца!